Дома культуры, парки, общественные территории, катки с прокатом инвентаря, лыжные трассы. Все уже готово и украшено для создания праздничного настроения жителей и гостей округа этой зимой. В округе пройдет более 500 спортивных и культурных мероприятий. Откроется 6 новогодних ярмарок. Все анонсы, все афиши своевременно передавать в наш информационный блок, для того, чтобы мы дополнительно с тем, что проводят сами парки, эту информацию размещали во всех средствах массовой информации и на нашем сайте. Важно, чтобы все жители знали заблаговременно о таком большом количестве мероприятий, такой яркой, насыщенной программе, которая будет проводиться в сфере культуры, в парках и в наших домах культуры. Ежегодно новогоднее оформление проходит под общим брендом губернаторского проекта «Зима в Подмосковье», отметил Андрей Иванов. Всего на территории муниципалитета будет проведено около 80 елок. Кроме того, на совещании в администрации особое внимание уделили проведению в округе социальных новогодних мероприятий. Жители Одинцовского городского округа могут обратиться в территориальное управление по месту регистрации, уточнить информацию по наличию в списке и получить приглашение. И уже на социальном мероприятии по приглашению получить подарок. Кроме того, запланирована большая программа на 31 декабря. С утра на Лазутинке пройдет традиционная манджосовская гонка. А вечером праздник продолжится на Центральной площади. Культурные мероприятия, в которых смогут принять участие все желающие, запланированы и в парках округа. Екатерина Крамер, Олег Кривоножкин, телекомпания «Одинцово».